Выделение юнитов рамкой. Если вам нужно выделить только часть армии, используйте рамку, чтобы выбрать юнитов внутри прямоугольника. Это похоже на выделение мышкой на компьютере. Есть 4 способа. Долгий тап. Удерживайте палец полсекунды в одном месте. Затем, не отпуская, растяните рамку. Долгий тап двумя пальцами. Одновременно тапните двумя пальцами и удерживайте полсекунды. При необходимости вы можете рамку растянуть. Двойной тап. Быстро тапните два раза, но не отпускайте палец после второго тапа, а растяните рамку. Нажмите на кнопку «Выделить прямоугольником», а затем просто растяните рамку. Не всегда получается выбрать нужных юнитов прямоугольной рамкой. В этом случае поможет кнопка «Выделить кривой линией». Тапните ее, а затем обведите нужных юнитов на экране.